Так, ребят, кошечка, которая была сильно-сильно порвана, ей уже полегче. Она сегодня у нас даже ругается с нами. Да? Принесла пеленочку? Описалась коза. Так, я ее маленькое сейчас сделаю. Так, ты приподними, а я постелю. Ты приподними ее аккуратненько. Ну, ее лучше за шкирку. За шиворот, ага, аккуратно. Так, пеленку я убираю. Так, держи осторожненько. Постелим свежую. Эй, ты моя козуля. Сейчас, это ж я. Ой. Ложи. Ой, ты моя девочка, вот видишь, какая она. Так, все, сейчас у нас смотрим. Здесь у нас все хорошо, вся мазь вылезает. И вон там у нас этот идет, катетер все капает. Все, катетер у нас вот он. Вот катетер такой торчит здесь. Все, моя девочка, моя хорошечка. Глазки сегодня у нас хорошие, глазки. У нас сегодня красивые глазки хорошие. Только что прокапали девочку, поэтому она описывается так много. Только-только что прокапали. Ну все, ложи ее и укрой потеплее, хорошо? Наверх. Моя.